9 из 10. В открытом режиме сканировали реже. Гораздо реже, что-то типа 4 из 10. По тихому режиму буквально на той или, может быть, 2 недели назад у Лифа был обзор. Вот, вот это была четкая посадка. Еще немножко практики. Вообще будет зашибенно. Все будет абсолютно одинаково, что в соло, что в закрытый, что в открытый. Почему здесь ничего не продают? Я не в той системе. Почему не в той системе? Я не долетела до системы. Пора. Паиньки, похоже. Торговать в открытой игре — это развлечение для мазохистов. Особенно на маршрутах с рарками. Я сейчас долечу до вейв, и можно будет перезайти и прикинуть, сколько народа. Хотя уже поздновато. Но у Альтаиры у вейва, кажется, все равно будут люди. Пиратство не жестоко, тут
больше неприятных ощущений будет, если на каких-нибудь отморозках найти. Кто-то может, не знаю, закрыть шлюз входной или таранить тебя около станции. Сейчас, конечно, ввели некую защиту против этого. Но если игрок нафармил миллиарды на альфе, на, там, не знаю, богованных торговых маршрутов, и сейчас ему заняться нечем. Угу, тоже есть такой момент, что я держу денег на выплату одной страховки, и это не зафиченный корабль. В модулях есть приоритет, есть оружейные группы. О, как я вышел красиво. Мне кажется, так четко я еще ни разу не выходил из крови. Да, у них практически все есть. Посмотрите его. Там все четко объяснено за довольно короткий сжатый срок. Не
знаю, я бы в открытую лучше посунулся, когда у меня был Вайпер или Волтер. На них дешевая страховка, их не жалко потерять. А с Клипера страховка уже дорогая. Про хорька не расскажу, а про голосовое управление это легко. Есть отдельные программы, сторонний софт, которые используют либо собственные модули, либо распознавание лунды. Ты даешь команду, а эта программка за тебя нажимает бинды. Вот и весь секрет. То есть отдельная программка Vox команда 40 баксов стоит, 8 так 8. И примерно 10 баксов можно купить настроенный профиль под или сделать его самому. А про говорящего хомяка это не видно, это что-то за грани фантастики. Анаконда не свалит от крыла с анакондой и несколькими фердинанцами. Нет, это сторонний софт. В игре есть только голосовой чатик встроенный.
Счастливо. Я, собственно, на эту станцию, потом на лейв и тоже баньки. Груз уже 81. Сейчас последняя точка закупки. Да, я, наверное, в течение 20-15 минут уже закончу. Да, в карте системы в какой-то вкладке есть переключатель между экономичными для твоего бензина режима и быстрыми, когда ты прыгаешь на максимальную дальность, которую можешь. Ты сейчас простроил маршрут до лейв с быстрым вариантом и с экономичным. Landing gear deployed. Docking successful. Engines disengaged. Вот, переключаем выгодные маршруты и строим маршрут до лейв. 165 световых лет. Вот так он выглядит. И это у нас займет 29 прыжков. Теперь то же самое с вкладкой быстрые маршруты. Маршрут перестроился. Нам придется заправиться где-то. И даже, может быть, не один раз. Девять прыжков займет такой маршрут. Разница колоссальна. Drive charging.
party. Между звездами меньше, и маршрут, который на максимальной дальности занимает 30 прыжков, на в таком режиме может занять все 300 или 400. Так что это не 9 против 29 даже будет. И это что-то типа расстояния в 500 световых. Сложно сказать. Иногда просто кипрыжок, может быть, подвисает и кажется, что он дольше идет. А так, по-моему, они все одинаковые.
выкладывать на YouTube, то он сразу будет ругаться, что у вас 100-500 мелодий проигралось, какие-то из них окажутся заблокированы где-нибудь в Германии, в таком духе. YouTube, кстати, ругается на мелодию, которая идет во время работы стыковочного компьютера. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. Charging. Frameshift drive charging. Frameshift drive charging. Frameshift drive charging.
И мы снова live. Fuel scooping. Fuel scoop disengaged. Fuel scooping. Fuel scoop disengaged. Если вас не перехватили в лайв, значит вы, скорее всего, прилетели в другую систему. Так, итак, грузовой трюм 91, одна тонна. Три с половиной миллиона на балансе. И начинаем продаваться.
4900, почти 5 миллионов, 1,5 ляма получается за пол прыжка и 400 туда за полный круг, почти 2 миллиона. Вот такая вот торговля рарками. И похоже, я повысил свой торговый ранг процентов эдак на 5, а может быть поменьше. Спасибо, кто досмотрел до этого позднего часа. Спасибо всем, кто подписался. И спокойной ночи.